Все новое, хорошо забытое старое. Певец Ираклий вспомнил традицию отмечать именины и устроил праздник. На День Ангела он пригласил своих ближайших друзей. Грузин Ираклий Перцхалава встречал гостей по древней русской народной традиции – хлебом с солью и хреновухой. Это народные русские обычаи, что именины отмечают с караваем, с пивом и с хреновухой. И поэтому мы решили в этих традициях все, собственно говоря, и сделать. Вообще создать такую домашнюю атмосферу. Будет акустический концерт, где буду выступать не только я, но еще несколько моих друзей. Это будет не концерт, а это будет такой, как будто собрались кого-нибудь на кухне, дома. Все будет в домашнем, скажем так, в домашней атмосфере выдержано. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Действительно ли есть магия имени? Ираклий – православная форма древнегреческого имени Геракл. Имя Ираклий обещает его обладателю несокрушимую силу воли, упрямство и энергию. Он никогда не пообещает того, чего не сможет выполнить. Для Ираклия главное – его работа. Пока вроде все сходится. День Ангела – все-таки это очень важный праздник. Я хотел бы, чтобы вы не подумали, что я спекулировал для того, чтобы лишний раз попиариться. Я хотел просто вас искренне собрать и сказать вам, что это очень важный праздник, который зачастую верующие люди ценят больше, чем сам день рождения даже. И выкиньте свой пафос куда-нибудь в ближайшую урну. Ираклию действительно удалось создать атмосферу уютной вечеринки близких людей. Есть особая прелесть просто попеть с друзьями и для друзей, тем более если душа этого просит. И Лондон-Париж тут ни при чем. Ираклий начал с грузинской песни. Что бы он ни делал, как бы он это ни делал, при том, что он это делает хорошо всегда, я его очень ценю, люблю и уважаю, потому что это мой ближайший человек. Ну, что можно сказать? За него Костю 100 лет ему жизни и всего самого наилучшего. Ираклий, он наше солнышко, и мне хочется пожелать ему, чтобы он не терял своего света, чтобы какие бы тучи над ним не были, чтобы его свет изнутри вот пробивал все эти препятствия, чтобы все было хорошо, чтобы он живет правильно. Я его очень люблю, поэтому мне кажется, что у таких людей, как у Ираклия, должно быть все в этой жизни, и любовь, и успех, и друзья, потому что он этого по-настоящему заслуживает. Я вчера искала открытку, которую я хотела подписать Ираклию. И взяла открытку, первую попавшуюся. И там было написано, значит, я тебя, котик, люблю. Но я потом уже ее купила, а потом посмотрела, там написано: мечтаю с тобой полежать в постельке. Ой, не надо. Я желаю ему творческих успехов. Я желаю ему быть всегда таким умным, таким вот мудрым, какой он есть. Ну и мудрее еще. И чтобы он в жизни не ошибался и только всегда правильные шаги делал. Ну, я, конечно, от всей души, Ираклий, поздравляю тебя с праздником своим. И спасибо тебе, что ты есть на нашей российской эстраде. Побольше бы таких ребят, таких музыкантов, таких искренних, настоящих, которые играют, ценят хорошую, настоящую музыку. Долой минуса и фонограмму, исключительно акустическое звучание. Надеюсь, кто-то из моих друзей, которые здесь находятся сегодня, созреет. И также выйдут на сцену. Идею выступления живьем поддержал экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Это прекрасная традиция, и мы все должны учиться устраивать вот такие живые выступления. Я понимаю, насколько они дороги в прямом и переносном смысле этого слова. И мне кажется, что мы должны друг друга учить, потому что выступать вживую – это нормально, это красиво, это естественно, и это самое главное по-настоящему. Я сегодня спою одну песню. Этот февраль для тебя одного. Хочешь любить, но не знаешь кого. Когда вечеринка была уже в самом разгаре, на праздник практически в буквальном смысле прикостыляла светская львица, телеведущая и депутат Маша Малиновская. Недавно она стала жертвой пристрастия к высоким каблукам. Подвернула, сломала, очнулась, гипс. Нога заживает потихоньку, уже не на костылях и не на коляске, а видите, с одной палкой. Так что все в порядке, не волнуйтесь за меня, все хорошо. Я его просто очень люблю и желаю ему долгих лет жизни продолжать так же творить и так же радовать всех нас.
Даже гипс празднику не помеха. Отмечать именины – традиция хорошая, но забытая. А ведь именины с древних времен увеличивали концентрацию праздников на Руси. Становится ясно, откуда пошло, что праздников много не бывает. Спасибо.